Снимает? 8 минут, все, ну поехали. Леша. А это человек из, представляешь, дирекцию АС лично. Меня снимать не надо, ребят. А его, ну, не, ну так, просто. Не, меня снимать надо, в интернет потом, в интернет. Да мы не будем выкладывать, мы для себя. Не надо снимать. А, ну не снимай лицо, не снимай лицо. Лицо, окей, не снимай. Меня снимай. Тебя снимаю. Мне сейчас дали, значит, от компании ОСТ. ОСТ, это как расшифровывается? Отдел семейной экономии. Семейной экономии в качестве рекламы. Книжку «Большая энциклопедия народной медицины». И это еще не все. Еще также супербритва, которым можно бриться даже и на мокрую. Отлично. Вот. И это все задарма. Я удивлен и обрадован. Ну, можешь ходить, она будет стоить 6700. 6700? Да. Телефон также имеется. Это компания «Инновейш», которая получила уже «Золотой глобус». Вы посмотрите. Так. И вот смотрите, рождается, ну, вопрос. Вопрос, да, ну, соответственно, здравый, логичный, да? То есть, ну как так, да? И вспоминать сразу случаи, когда люди ходили по ВДНХ, и им так же, вот, короче говоря, да, вот тюк-чик-чик-чик-чик-чик-чик, нагружали, они уже в беспамятстве от свалившегося на них богатства. Счастье, да. Думали, вот какие здоровские люди, а потом какой-то приключался, значит, какая-то штучка, загвоздка. Давайте дослушаем до конца. Давай, быстрее, сигнал закончим, соответственно. Вот телефон сенсорной кнопки, функция hands-free. Ну, знаешь, да, что за функция вообще? Да. Свободная часть, свободная. Вот отдел, наш отдел, вот наш логотип компании. Логотип компании. Последний непосредственно коллекция ножей. Уникальный же. Компанию Universal слышали сами такую компанию? Не, ни разу не слышал. Ну, она идет непосредственно под руководством компании Zolix. Вот. Высоколегированный сплав, алмазная обработка, лазерная заточка с двух сторон. Сам заточка идет, когда чем больше работаешь, тем острее нож. Соответственно, гарантия 15 лет дается. Ясно. Вот. Набор также для 6 персон, на серого пистолета. Топорик для повара. Снимать не надо, мне, друзья. Не вас. Просто дары, слышишь. Приятно. Ну, если что, наш хотя бы 15-200. Нет, просто никто не поверит. Вот. Если также может просто их интересов, он бы на круг попротивал ударный, соответственно. Ну, что, коллекция что понравилась? Мне, да, коллекция очень понравилась. Мне всем понравилось. Вопрос рождается. Что от тебя требуется? Да, чтобы мне рассказывали за данную компанию, за данную продукцию. Так, вообще, в наших отделах она будет состояться по цене 27700. Хорошо, теперь рождается такой вопрос. Вы сказали, что для вашей компании было бы дорого давать рекламу через телевизор. Давай сейчас объясню, в общем, объясню. Да. Все, и просто вопросы потом тебя все отпадут. Соответственно, в данном случае, чтобы ходить за данную компанию, получается в качестве рекламы. Понимаешь, да? Да. Вот, в данном случае, коллекция семей, наша хотела также будет представляться. Сейчас по цене 27700. Ну, в данном случае нет таких денег не надо. Наша дирекция непосредственно проплатила основную сумму за 10 жильцами этого дома. Это слова две просьбы замен. Это первая просьба, чтобы данная коллекция пользовалась, на полках не курилась. Ну разумеется. Соответственно, рассказывали о нас. Также бы данную коллекцию говорить можно, продавать нельзя. Ну, это принцип компании, должны сами понимать. Ну это да, понятно. Да. Вторая просьба, естественно, вам не ставится. Как жильца, мне для отчетности, вот я человек под отчетом передел, что на коллекцию не все домой нашел, вам вручают. Ну вот, оставил еще только минимальную стоимость затрат от населения. Ну это не 27700, соответственно, а всего лишь 5990. Вот и все. У нас куча людей будут подключены по две коллекции собрали. Я понял. Так, то есть вы такие раз. Вот он, значит, бесплатно. А ну как же, я уже все в качестве рекламы, соответственно. Но затраты за население не оставил, то есть прими для отчетности при индиректе, что колесо не съеду домой забираю, вручаю его. Я понял. Знаете, конечно, так, но у меня денег нету. Ну вот. И перед дирекцией у вас отчетность не получится, к сожалению. Ну, у вас не получится, потому что сейчас соседний получается, соответственно. А, да, вручайте, конечно. Да, вот он подвох. Статистики спросу, чего больше всего понравилось? Чем мы сами пользовались? Я пользуюсь машинкой. Всем вообще. Больше всего. Не, серьезно, понял. У меня нет телефона, у меня нет.
хороших ножей. У меня нету вот этой книжки, которую я хотел узнать народные средства от метеоризма. Так что я пользовался бы всем, если бы... Если бы... Вот вы были действительно в таком шаге от того, чтобы возродить во мне веру в людей. Ну ладно, спасибо. До свидания.